Приветствую всех на своем канале, с вами как всегда Андрей Лоскович. Идет у нас завершающий этап отделки двухкомнатной квартиры. Пришли сегодня у нас кухонщики устанавливать кухню. По квартире у нас уложен ламинат. И в одном месте под кухней заказчик сказал, чтобы не докладывался ламинат, а сделать небольшой подиум под посудомоечную машину. Этот подиум было решено сделать из плитки на скорую руку. Просто в несколько слоев куски плиток вот склеить между собой и сделать подножки такие подпорки. Так выглядел подиум до прихода кухонщиков, но после их прихода было принято решение демонтировать данный подиум по той причине, что цоколь у кухни они сдвинули немножко глубже. Плитку мы приклеили на санитарный силикон, предварительно обеспылив и загрунтовав нашу поверхность. Кто опасается клеить плитку на силикон, сразу могу вам сказать, что ваши опасения напрасны, так как держит она намертво. При демонтаже у нас возникли небольшие трудности, и как видим на видео, демонтировались у нас наши куски вместе со стяжкой. Отсюда можно сделать вывод, что силикон держит у нас очень хорошо. Кому полезна была данная информация, подписываемся на мой канал. Не забываем ставить лайки. Всем пока!